Привет! Ты на канале Соционика, и сейчас ты не просто посмотришь видео, где разные социотипы отвечают на один и тот же вопрос, а еще и сам сможешь стать соавтором новой рубрики на нашем канале. Досмотри до конца! Увидеть Париж и умереть. Наверняка ты не раз слышал эту фразу как олицетворение чего-то самого заветного, желанного и сокровенного для человека, после чего можно и... Но не будем усугублять, про трупы это в другом видео. Так вот, что для тебя тот самый Париж? Этот вопрос впервые за все годы типирований не я задала человеку на интервью, а человек сам себе его задал. Да, экстраверты, они такие. И прежде чем ты услышишь ответы ребят, поставь это видео на паузу и попробуй сам дать ответ на этот вопрос в комментариях ниже. Начнем с ответа девушки социотипа Гамлет, которая, собственно, и является автором этого вопроса. Внизу я буду подписывать сильные функции социотипов ребят, а вы, в свою очередь, скачивайте в описании к этому ролику шпаргалочку соционика, чтобы видеть, как эти функции звучат в речи. Погнали! Могу, это, возможно, единственное, о чем я не сказала, могу рассказать о том, что для меня увидеть Париж и умереть. Давайте. Недавно тоже поняла для себя эту мысль, после чего я могу себе сказать, что, ну все, можно помирать. Вот, для меня, как я поняла, такая наивысшая ценность, которую для себя раскрыла, когда смотрела живые концерты мировых звезд. Допустим, Sting, вот, или группа Muse. На многотысячную аудиторию он играет, он поет. И вот это как раз эмоциональное единение, что все, вот эта многотысячная толпа ему подпевает, и они чувствуют ровно то же, что и он. И вот это вот для меня просто офигеть, какой космос. Если вот такое удастся побыть в роли вот этого вот выступающего, вот тогда можно на следующий день отправляться. Ну, галочка поставлена, наверное. Вот для меня, вот это для себя называю увидеть Париж и умереть. Вот. Ну, потому что офигеть, как круто, когда ты способен пробудить что-то в душах стольких людей. И вот это когда вот все в унисон единовременно, это просто вот очуметь. А еще одно очуметь. Еще одно очуметь — это, например, то, что есть некий... Пусть да Винчи, да, я до этого о нем слушала. Есть некий да Винчи, который жил в каком-то там лохматом веке, а мы о нем до сих пор знаем. Вот, и вот эта вот идея человеческого бессмертия. Неважно, в стихах, в изобретениях или в чем, но это же офигеть, как круто. И как раз тут я поняла. Почему мысль? Потому что физическая оболочка, да вообще пофигу на нее. Вот человек умер, да он не умер, вот он жив. Потому что вот все, что важное осталось после него, мы до сих пор об этом знаем. Вот для меня это... Да, наверное, если бы я это не озвучивала, это было бы упущением. Вот, меня вот эти две мысли прям очень-очень сильно... ошарашивают, шокируют, привлекают. Я в этом вижу самую большую ценность. Не забудьте поставить лайк в поддержку этого видео, как ваше спасибо ребятам за то, что позволили опубликовать их ответы на YouTube. Конечно же, первое, что я хочу, это мир во всем мире, да? И как бы семье своей, своим близким, здоровье, детям. Но если думать лично обо мне, что я хочу, я бы хотела, конечно, для себя самореализации. Я хочу не просто открыть там косметологический кабинет какой-то. Нет, я хочу большую клинику с крутым последним современным оборудованием, с классным персоналом, с потрясающим сервисом, чтобы все там было
красиво. Но даже если, например, не клинику открыть, то у меня еще есть несколько вариантов, потому что у меня вот этот вот поток бизнесов, он у меня просто идет. Вот я могу сейчас сидеть, я могу столько всего придумать, все, что я хочу, потому что я настолько любопытный человек, мне вообще нравится много чего. Сейчас я занимаюсь флористикой, и я очень хотела, я живу в Азии, очень хотела открыть здесь цветочную лабораторию, но я ее открыла, но хотела я это все масштабировать. Но так как в Азии я не могу сама работать руками, и придется нанимать азиатов, я могу только управлять. Ну, флористика — это такое дело, когда я должна это делать. И у меня прекрасный вкус, и азиаты так не смогут. Да и не только азиаты. А редко кто так сможет. Я делаю композиции для отелей, для ресторанов, для проекта, нового большого проекта своих друзей и своего мужа. То есть, когда мне кто-то говорит, например, там спрашивает, работаешь ты или нет, когда мне кто-то говорит, ой, я не хочу работать. Ну окей, ну не хочешь ты работать, там 6 месяцев ты не работаешь, да? Вот ты не работаешь. А что потом ты будешь делать? Вот ты не работаешь. Что ты делаешь целыми днями? У тебя просто начнется депрессия. Поэтому нужно заниматься любимым делом. Нужно сейчас такое время, когда ты можешь бросить свою там дурацкую работу, например, бухгалтером. Я по высшему образованию, по первому, я бухгалтер. Это просто ужасно. Это сидеть в офисе целыми днями с 5 до 6. Я не знаю. Нет, конечно, кому-то это нравится, да? Но не мне точно. Ты можешь освоить новую профессию, в которой ты разбираешься и в которой ты будешь номер один. Нужно просто сесть и подумать, в чем ты лучше других? Что у тебя получается лучше других? Пойти туда и выучиться. То есть, когда ты профессионал, когда ты лучший в своем деле, я не знаю, что может быть лучше этого. То есть, нужно сесть и подумать, в чем твоя сила? Вот чем ты хочешь заниматься? В чем, чем ты отличаешься от других? И это монетизировать. Вот, например, моя сила, да, я думала об этом в этом месяце, моя суперсила, я могу убедить кого угодно, в чем угодно. Я могу продать тебе тухлый арбуз. То есть я продажник. И мне это нравится. И это то, чем я могу заниматься изо дня в день, не работая сама по себе. То есть это делать женщин красивыми, да, косметология. Флористика, опять же, связанная с цветами. Мне нравится все красивое. И продажи. Но продажи, связанные с женщинами, не знаю, одежда, косметика, какие-то гаджеты для овала. Я очень, не очень, а прям конкретно свищу по омоложению, по молодости. Это прям тоже тема меня интересует. Полететь куда-нибудь в космос, я не знаю, походить по Луне, по Марсу, по Меркурию, по Титану. О, кстати, ладно, давай остановимся на Титане. Титан, спутник Юпитера, покрыт льдом, а под поверхностью ледяной там жидкая вода. Возможно, там есть жизнь. Вот если поплавать на подводной лодке по Титану и умереть, тогда вот так. Блин, ну это, мне кажется, должно быть максимально отдаленное будущее. Это просто вот закат человечества. Не знаю, 5-миллиардный год какой-нибудь, чтобы была возможность загрузить себе в сознание всю историю человечества и узнать вообще, чё, чем дело кончилось, чем началось, что было и чем кончилось. Вот тогда тоже можно, кстати. Тогда точно можно умереть, тепловая смерть Вселенной, все умрут. И вроде как не так обидно. Прежде чем отвечать, продолжат Габен и Дюма, я напомню, что записаться на типирование, пройти такое же полуторачасовое интервью и узнать свой тип личности можно по ссылочке в описании к этому видео. Ой, наверное, выступить перед каким-нибудь стадионом людей, которые с огонечками вот так стоят, с телефонами, с фонариками. И либо чтобы я им говорила что-то хорошее, либо что-то пела хорошее. Ну, в общем, чтобы я несла что-то хорошее, такое супер доброе, а люди как бы это слушали, и это было бы такой, это было бы идеально. И эго мое бы утихомирилось, и людям была бы польза, и я бы вообще жила в гармонии. Но это, знаешь, как на картинках. Я представляю сразу, это такая сцена большая,
где такой приглушенный свет, ну, то есть это вот концерт, и там вот это концертное освещение, когда какой-то такой таинственный момент или трогательный, там такое все вокруг темно, и вот такой на меня свет софитов, и я стою, получается, лицом к людям, и люди, ну, я не вижу лица людей, но я вижу, что их очень много, потому что так как темно вокруг, они зажгли все на телефонах фонарики, и эти фонарики вот так вот светят. То есть я смотрю на них и понимаю, что там огромное количество людей. При этом, ну вот знаешь, я вот реально представляю вот эту Риту Дакоту, вот ее вот эти концерты почему-то. Ну, наверное, потому что она поет такие хорошие песни, и вот я для себя не вижу, что я там какая-то просто популярная, ну, типа, просто популярная, то есть на каком-то там, не знаю, хайпе или чем-то таком, а я бы хотела, чтобы эта популярность приносила пользу людям, то есть чтобы я могла, там, не знаю, вот, собрать деньги на благотворительность, чтобы я могла, короче, нести какой-то социальный важный месседж в этот мир, и вот я вижу, что это идеальная комбо. То есть я бы... Либо я не могу сказать, что бы я говорила. То есть я либо бы пела какие-то полезные песни, после которых бы у людей, не знаю, проходила бы грусть, у них было бы хорошее настроение или вот что-то в этом роде. А если бы я что-то говорила, то наверняка это было бы что-то мотивирующее, чтобы люди тоже почувствовали вот это вот счастье. И получается, что... Вот эта темная обстановка, я стою на сцене, на мне софиты, люди меня слушают, и я им что-то полезное и хорошее, доброе говорю, и они уходят после этого, там, не знаю, концерта счастливыми. Да, вот так. Один. Пока один, а потом много. Я к такому вопросу не был готов. Я как-то... Я одно время мечтал о кругосветном путешествии. Вот. Я начитался приключенческих книг, в том числе «Моби Дика», вот, и хотел прям под парусником пройти по всем морям и океанам. Так, а то есть одно время хотел, а сейчас уже не хочешь? Не знаю, как-то так постепенно оброс бытом, ничего не захотелось больше. Что я думал о кругосветном путешествии? Во-первых, на меня повлияли как раз приключенческие книги, книги о море, о парусниках, о сражениях вот этих вот, об открытиях новых. Вот. И мне хотелось бы вот то же самое испытать. Хотя потом я понял, что это же мега некомфортно. Это же постоянно укачивает. Это же постоянно там однообразная еда какая-нибудь. Вот. Штормы, опять же. Вот, поэтому я отказался от этой идеи. Как раз вот еще одна идея, от которой я почти отказался, это общался как раз очень с людьми, которые любят готовить. Так они меня заразили вот всем этим, там, вот этим смешиванием, вот этим приготовлением, печеньем и прочим. Так мне захотелось сделать какое-то уютное кафе такое, чтобы туда приходили люди, ели, пили, были довольными. Вот. Но постепенно сейчас я тоже отказался от этой идеи, потому что я узнавал, интересовался, спрашивал. И пока что получается, что это довольно невыгодно. Открывать кафе. То есть ты либо посвящаешь этому все свое время, либо ты прогораешь.
Поделитесь в комментариях, удавалось ли вам со шпаргалочкой перед глазами анализировать речь ребят. И я напомню, что важна не сама суть сказанного, мол, для кого-то заветная мечта открыть самый большой и самый лучший салон, а для кого-то тихий домик у реки. Важно то, как человек это описывает, как он об этом говорит, на каком языке психики. А теперь та самая долгожданная новость о том, как можно стать соавтором новой рубрики на нашем канале. До сегодняшнего дня вы видели, как разные социотипы отвечали на один и тот же вопрос. У меня появилась идея. А что, если задать представителям одного социотипа один вопрос? И посмотреть, насколько по-разному или же закономерно похоже они будут отвечать. Представьте, 5 жуковых отвечают на один и тот же вопрос. Круто же? Предлагайте в комментариях свои варианты вопросов. Плюс указывайте социотипы, которым вы бы хотели их задать. И до встречи в новом видео!